вами Анастасия Кальченко и моя мама. Привет! И сегодня мы вместе с вами соберем апельсин из оригами-модулей. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобятся оригами-модули размером А4 на 16 частей. Делим листик. Значит, темные оранжевые модули нам нужно будет 96 штук, светло-оранжевые 16 штук и беленькие тоже 16 штук. Итак, начнем. Берем два светло-оранжевых модуля короткой стороной к себе. Скрепляем его белым модулем длинной стороной. В каждом ряду будет по 16 модулей. Третий ряд у нас будет, сразу будем собирать третий ряд, темно-оранжевый. Так, смыкаем в колечко нашу поделку. Здесь все соединяем. Поправляем и выворачиваем. Выворачиваем ее, поделку. И теперь также продолжаем надевать модули. Шестнадцать модулей в ряду. После того, как я вывернула поделку, нужно сделать еще 6 рядов по 16 модулей, постепенно направляя их внутрь поделки, вот таким вот образом. И получается вот такой вот апельсинчик. Всем пока! С вами была Анастасия Кальченко и моя мама. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии. Хорошие, только пишите комментарии.